Пожилые тагильчане по-прежнему поддаются на уловки мошенников. В полицию поступили два обращения пенсионерок, по которым возбуждены уголовные дела. 84-летней женщине незнакомец предложил получить компенсацию за жилищно-коммунальные услуги от городского центра по работе с ветеранами. Попросив сдачу с крупной суммы, он скрылся со всеми деньгами. Ни совет ветеранов городской, ни центр по работе с ветеранами, услуг никаких, касающихся денежных средств, не оказывает. То есть никаких денежных средств, никаких денежных переводов там, или выплат мы не, совместно с центром не осуществляем. Еще одна тагильчанка впустила в квартиру двух молодых людей, представившихся чиновниками. Они попросили показать квитанции для перерасчета. В результате похищены денежные средства доверчивой женщины. Хочется предупредить пожилых тагильчан быть предельно осторожными и не доверять незнакомым людям. Прежде всего, не открывайте двери никому постороннему, чтобы избежать совершения противоправных действий в отношении себя. В случае визитов незнакомцев незамедлительно звоните своим родственникам и набирайте телефон дежурной части полиции 02. Сотрудники полиции готовы дать совет, как вести себя в подобных ситуациях.